Кыргызстан поощряет усилия по расширению регионального сотрудничества, которое будет способствовать межцивилизационному диалогу и укреплению взаимопонимания между странами азиатского региона. Это подчеркнул президент Садыр Джапаров на 6-м саммите государств-членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане. В своем выступлении глава государства отметил, что в этом году 5 октября сотрудничеству в рамках форума исполнилось 30 лет. За этот период совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, как многосторонний форум, охватывающий разные цивилизации и регионы, прошел последовательный путь от концепции до создания эффективной платформы для диалога и сотрудничества в области безопасности в азиатском регионе. В настоящее время совещание представляет собой уже сложившийся механизм реализации мер по укреплению доверия в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также противодействию общим вызовам и угрозам безопасности и стабильности. Кыргызская республика, как одна из стран, стоявшая у истоков основания совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, принимает активное участие в ее деятельности. Мы твердо придерживаемся целей и принципов совещания по укреплению взаимного доверия, упрочнению региональной безопасности и развитию конструктивных отношений дружбы между государствами-членами, входящими в наш формат. В данном контексте Кыргызстан всецело поддерживает решение Казахстана продолжить миссию председательства в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, что позволит реализовать намеченные планы, нацеленные на повышение эффективности его деятельности. Кыргызстан поощряет усилия по расширению регионального сотрудничества, которое будет способствовать межцивилизационному диалогу и укреплению взаимопонимания между странами азиатского региона. В этой связи мы приветствуем решение государства Кувейт присоединиться к нашему совещанию в качестве государства-члена. Желаю кувейтской стороне плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Уважаемые главы государств и правительств, мы высоко оцениваем усилия председательства Казахстана, направленные на институциональное развитие совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, и приветствуем начало запуска процесса трансформации совещания. Исходя из базовых целей, позитивного опыта, накопленного за прошедшие 30 лет, и стремление стран-участниц к более тесному сотрудничеству, совещание в перспективе должно преобразоваться в полноценную организацию по сотрудничеству и безопасности в Азии. Широкая географическая представленность, огромный совокупный торгово-экономический, инвестиционный и человеческий потенциал вполне позволяет совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии создать сообщество устойчивого развития на азиатском пространстве. Кыргызстан готов принять активное участие в этом созидательном процессе и вносить свой посильный вклад.